сейчас вышел поколоть дровишки, нашел чурочку побольше, думаю, сейчас я ее разделаю. В итоге у меня разлетелось топорище у колуна. Вот так вот отслоилось. Ну, колун этот у меня уже старенький, я об этом говорил. Тут вот было все сбито, топорище. Вот такой кусок у меня сейчас откололся. Вот так вот чурочку я поколол тут немножко. Да, надо будет менять топорище. Заготовки у меня там есть, лежат вон на крыше. Надо будет подгонять, не знаю, подойдут они под этот колун, нет. Но в принципе должны. Вот, пока работа у меня встала. Всем привет, друзья! Всем привет! Сегодня у нас по плану в доме генеральная уборка. Сегодня мы убираемся в этом доме, а завтра будем убираться во втором доме, там, где у нас баба Галя. Работы очень много. Начинаем мы сегодня с печки. Будем ее белить и в кое-каких местах подмазывать. Печку мы ремонтируем два раза в год, летом и перед Новым годом. Летом мы проводили такой хороший капитальный косметический ремонт. То есть мы ее по новой штукатурили, белили. И вот сейчас буквально надо в некоторых местах ее подделать. Тут вот у нас вот такие отпечатки оставила кошка. Стенка стала немножко черная. Да, Муренка? Лазишь на печку греться? Значит, эту я проблему сегодня буду решать. Мы здесь все побелим. И чтобы кошка больше не морала печку, я эту проблему решу. Дальше я вам покажу как. Также вот у нас здесь вот возле дверцы все отпало. Ну, это вечная проблема, она будет постоянно, ее просто нужно подмазывать. Тут вот у нас немножко копоть, ну в общем... Ну и вот здесь вот еще копоть, как ни крути, все равно все поднимается и летит вот сюда вот. Ну да, это печка, это нормально. Дальше мы будем работать с полом, мы прикупили линолеум, также Катя навязала ковриков, у нас еще есть половики, в общем, сегодня мы это все покажем, работы очень много, набраться сейчас может... К вечеру-то мы все сделаем, потому что Новый год уже не за горами, буквально через несколько дней уже там, через недельку будет Новый год, и нужно к нему подготовиться. То есть сейчас сделаем генеральную уборку, потом будем здесь все наряжать. Я вот только не знаю, как мы в этом году будем ставить елку, кошка у нас очень игривая, и чтобы ты не оставил какие-то шнурочки, а елка для нее это будет вообще лакомый кусочек. Особенно игрушки. Гирлянды. Я помню, у нас кот всегда гирлянды отгрызал, вот эти вот шарики сами светящиеся, светодиоды. Ну, вообще, не знаю, как мы эту проблему будем решать. Посмотрим, попробуем поставить здесь веточки, как она будет на них реагировать. Может быть, будем ставить только в том доме, где у нас баба Галя, вот. А здесь так, под потолок гирлянды какие-нибудь развесим. Так, ну все, давай, Катя, сейчас беремся за работу. Что-то много насыпалось? Ну да. Насыпется у нас из-под потолка вот здесь, где труба проходит. Двери открываешь, закрываешь, и оно каждый раз по чуть-чуть подсыпается. Сюда вот на печку все сыпется тоже. Ну вот сколько наскребла. Вот внутри прям сквозная. На печке убираем старую замазку, очищаем вот эти швы. У нас через них выходит дым. Когда вот только растопляешь печь, тяга еще вот только-только начинается и вытягивает дымок. Потом он, соответственно, проходит. Так что мы сейчас вот это вот все будем вычищать. Это вот убирать и по новой замазывать.
Ну, вся черная прогорела тут. Ох, какая пыль пошла. У нас с прошлого раза осталась штукатурка. Летом мы когда печь ремонтировали. Ну, ее, в принципе, должно хватить. Вот такая смесь у нас получилась. Ну, по консистенции вроде самое то. Не жидкая и не густая. Так, начинаем с самого большого отверстия. Вот с этой щели. Она прям глубокая. Каждый занят своей работой. Катя уже начала белить. Да, сверху и сбоку я уже побелила. Сейчас беру вот здесь вот. Кстати, ты не дашь? У меня здесь какая-то дырочка есть небольшая. Я видела, через нее иногда выходит. Нужно ее тоже подмазать. Тут ее неудобно, она будет немножко в таком месте. Ну ладно, сейчас подмажем. Так. Сейчас да, мне прям. Немножко. Вот так вот. Так, ну все, все щели я вроде бы замазал. Катя здесь все побелила и спустилась уже к низу. Я замазал вообще все щели, которые надо и не надо. Замазки по итогу получилось много. Сейчас вот столько еще осталось. А мне надо замазать только у дверцы. И на этом все. Катя потом добелит и будем растоплять печь. Шпателем немножечко здесь почистим. Ты решил пол печки разобрать? Да я думаю, что с этой делать? Мне кажется, надо просто сверху подмазать. Прочистить как-нибудь так получше. И подмазать. Думаешь, сюда вот, да, прямо этой сделать замазку? Сейчас почистим, посмотрим, ну-ка, как она сядет вообще. Таким тонким слоем. Ну, как бы вот эту вот щель забить просто, да? Угу. И потом ее заштукатурить. Мурё, она тут носится. Вообще любопытная, она все сегодня посмотрела, тут все было. С мышью он бегает. Так, нам тут надо еще намочить, чтобы оно прилипало лучше. Вкусно пахнет. Мурёнка нюхает, как пахнет и звездка. Скажет, что тут сегодня происходит? Все убрали. Кровать убрали, да? Что-то делают непонятное. Раньше на палате-то валенки, да что? Ну, вон, тут он, видишь, там сверху щели замазали, у нас там дым просачивался кое-где, щели были. Да тут сразу же заодно я вот эту дверцу подзамазал. Ну, молодцы, конечно, да. Ну, немножко надмерно. К Рождеству, к Новому году готовитесь. Завтра у тебя будем тоже там все прибирать в том доме. Тут шторы сегодня будем еще стирать, у нас шторки надо постирать. В общем, работы много. Так у вас и шторы-то чистые были, ну и чего-то.
Ну, с лета. Вы каждые 3 месяца будете теперь это генеральную уборку делать, что ли? Мы перед праздниками решили. Ну, надо все равно. Ну, молодцы. Мы сейчас и уже будем не эту... упади. Я вот, знаете, вам скажу. Ну, газетки постелили, чтобы известь. Слегка смачивать вот эту около печки, где белите, смочить водичкой слегка, когда белите. И известь не засохнет на досках. А потом раз, ее и стерли. Чистота – это хорошо. Ну, чистота – залог. Плохо, когда грязно. Да. Что-то у меня сегодня голова болит. Магнитные бури, говорят, сегодня сильные. И день такой пасмурный. Вообще невозможно. Я пойду проведусь по улице тихонько, хоть на свежем воздухе. Так обещают смену погоды. Потепление, потом похолодание, снег обещают. Да говорят, что очень холодно будет вообще. Растопили русскую печь уже бегом-бегом. Чтобы тут все прогорело, пот прогрелся, потому что нам сегодня надо будет готовить бройлера. А то у нас такими темпами к 12 часам не приготовится. Точно. Каминку уже будем топить чуть позже, когда вот это все возле дверцы подсохнет, Катя там еще побелит, и уже растопим. Мы ее топили вчера, я уже ближе к ночи ее закрыл. Сегодня дома хорошо, тепло. Вот мы ее обычно с утра топим, но сегодня не стали, потому что печку латали. Так, сейчас Катя все здесь полы подтирает. Нам надо убрать это сейчас будет линолеум. Все стелить по новой. Ты здесь будешь мыть, я пойду пока половики хлопать. Я с чердака достал вот такую лестницу, специально для русской печки. Она там уже стояла давно, я ее находил до этого. И вот только сейчас она нам пригодилась, когда у нас появилась кошка. Надо ее сейчас хорошенько протереть. А то кошка постоянно залазит на печку погреться. И она ее всю заследила. Если не поставить лестницу, то раз в месяц регулярно придется ее подбеливать. Тут вот такая лестница. Да и самим пригодится. Так вот, когда на палате что-то положишь, оно туда подальше закатится. Потом приходится на табуретку залазить, на печку. А тут уже с лестницы будет намного удобнее. Конечно, такая лестница будет занимать лишнее место. Но я думаю, нормально все будет. Не так уж и много.
И задвигаем подальше в печь. Вот такой сегодня у нас вкусный бройлер будет. Огромный. С картошечкой. Так, мы его сейчас оставляем. Ну, я думаю, где-то часа на полтора, да? Угу. Поставим. Потом достанем, посмотрим. Но мне кажется, что надо будет подержать подольше, чтобы у нас мясо хорошо разварилось. Потом волокнами отделялось. Так, сейчас еще размотаю. Чтобы он у нас потом загнулся, край-то нормально. Вот, значит, сейчас у нас будет линолеум на всю эту комнату. Купили мы его с запасом. У нас получается комната, сколько там мы замеряли-то? Мы замеряли как 2,60. 2,60. А линолеум продавался либо 2,50, либо 3. То есть мы купили 3. Нам сейчас надо было с краешку обрезать, подогнать его по нашей комнате и все, расселить. У нас, то есть, на всю комнату сейчас будет лежать линолеум. Сейчас нам его нужно разматывать дальше. Этот линолеум удобно резать, у него все разлиновано. Есть такая клетка, по которой уже ориентируешься. Муренка впервые видит новый линолеум. Только что зашла с улицы. Ходит, нюхает, проверяет все. Обнюхивает. Новая же. Весь вечер где-то бродила. Так, мы тут, кстати, уже вот так вот продвинулись, отрезали одну сторону. Вот так вот он пока вписывается. В некоторых местах нормально, в некоторых нет. Сейчас мы его будем до конца распределять, смотреть, и уже по факту будем обрезать, где это требуется. Сейчас подгоняем линолеум. Тут у нас все ровно состыковалось. У этой стены тоже. Сейчас остается выровнять линолеум здесь у входа. Обрезать лишнее. И Катя сейчас вот здесь вот вырезает вот этот уголок. Так, у нас он... Угу. И вот посюда мы обрежем уже. Здесь у нас все остается. Но я скажу сразу же, другой вид, другие ощущения с новым линолеумом. Смотрится вообще классно. Сейчас мы сюда еще постелим круги, половики. Я там все, кстати, выхлопал уже. Сейчас разглаживаем линолеум и садим его на степлер, чтобы он у нас не сбивался.
Так, я знаешь какой? Вот он. Вот этот вот на скамейку. Я думаю, постелим, потому что он такой однотонный. Угу. Вот так вот вдвое его свернем. Давай. Так. Там берись. Муренка с ними играть будет. Так, давай сейчас постелим. Ну, так вот теперь выглядит наша лавка с половичком. Тут только немножечко не хватило вот на этот угол. Сюда можно связать маленький коврик. Да, можно сделать небольшой. Муренка сразу же тут все облюбовала. Все половики, коврики. У меня сегодня настроение поиграть. Она пришла с улицы, поела, и вот, ей надо играть. Сейчас мы их так вот, я думаю, по два постелим в эту сторону. Здесь можно будет постелить. Сколько? Вот их. Так, их здесь три штуки осталось. Угу. Ну вот один так, и два сюда. Угу. Так, это тут стороночку. Давай сейчас расстилай в ту сторону, растягивай его. Так вот, это у него сторона. Угу. Так, давай, давай, туда дальше уходи, уходи, уходи. Угу. Все? Вот. Там смотри, до стенки делай. Краше один другого. Это даже с кисточками. Угу. По краям кисточки. Так, мы его что, наверное, под кровать сделаем еще немножко. Он даже как есть подлиннее у нас получается. Ну да. В ширину. Так, давай сейчас поднимем кровать. Так, все, смотри, у тебя там вылезло. Mm-hmm. Ага, все. Ну все, можешь опускать. Так, и здесь еще немножко. Ну вот такая красота у нас теперь. Сейчас еще один половик нужно постелить. Вот мы его, наверное, как-то сюда вот расстелим, попробуем. Красивенько сделать. Баба Галя говорила, когда ходишь по таким коврикам, половикам, как массаж. И на самом деле такая шероховатая поверхность получается. И вот такие половики делаются на специальных ткацких станках, где их там человек садится и вот делает. Это ручная работа считается. Очень красиво. Вот так теперь выглядит наша комната. По всему полу лежат такие вот красивые половики. Здесь мы положили два коврика, которые недавно Катя связала. Здесь вот осталось пустое пространство на лавке, но туда на Новый год мы планируем поставить елку. Не знаю, конечно, как на нее будет реагировать Муренка. Она поиграть у нас любит. Я все-таки питаю надежду, что она ее не перевернет, но, скорее всего, это будет же в первую минуту она сразу же на нее прыгнет. В общем, посмотрим. Теперь нам остается повесить только шторки в этом доме. Без них кажется, что места стало больше. Но как-то не так уютно. К завтрашнему дню они у нас высохнут. Катя все нагладит, разгладит. Повесим, и уборка в этом доме закончена. Завтра будем еще прибираться в том доме. Муренка что-то проснулась, умывается. Так, давайте проверим, что там с нашим бройлером. Планировали мы его поставить на 1.5 часа. По итогу мы даже время не засекли. Пока тут все делали с этим линолеумом, с половиками. Дела. Так.
Та-дам. Понял, что он зажарился. А мы еще хотели крышку убрать, чтобы он потом немножко обжарился сверху. Хорошо получилось. Картошечка, как всегда, хорошо разварилась. Она получилась такая, как печеная, как пюре. Вкусно. Я вот прям люблю такую картошку. Ее можно даже без мяса есть. И оно там все в жаровне между собой перемешалось. Даже на картошке вот этот присутствует сладковатый вкус морковки. Кстати, морковка вообще сладкая, такая вкусная получилась. И лук тоже сладкий получился. Вообще вкуснятина. Мясо мы вот только слегка передержали, оно сверху немножечко подсохло. Но в целом оно вот разварилось и прям разваливается. Кости разваливаются. Мясо мягонькое получилось. И самое главное, у Кати на приготовление ушло минут 10-15. Она там все положила в жаровню, посолила, поперчила и в печку. Тут вот между делом, пока мы прибирались, все, и вот такая вкуснятина получается. Я еще крупно все нарезала, а все так хорошо разварилось. Ну и курицу я не мариновала. Если не маринуете курицу, то достаточно просто потыкать ее вилочкой и солью смазать. Ну, чтобы соль прошла, она лучше просолела. Мы также планируем в ближайшее время поварить свинину в жаровне, поставить ее вообще где-нибудь часов на 5, можно на 6. Получится тушенка, чтобы вот мясо прямо разваливалось. Я вообще такое люблю. Оно и полезное, оно не жареное, ничего, вот оно именно пареное, такое вареное. И капустка в прикуску. Капуста вообще к любому блюду хорошее дополнение. Этого бройлера нам дали Катины родители. Сами мы в этом году не держали. У нас работы хватило с поросятами. А так обычно мы на сезон берем, ну, штук 15-20. Но до уборки доживают, конечно, не все. Там где-то половина остается только. У нас тут хищников хватает. Тут и ястреб, и вороны есть. Как-то у нас даже был случай, змея кусала бройлера, он умирал. А так вот, ворона, прям еще когда бройлеры небольшие, вот цыплятки, это где-то, наверное, июнь. Все, они прям налетают и заклевывают. У меня у мамы тоже несколько раз так было, что вороны просто утаскивали. Так это у всех так. Они вот когда еще маленькие, они более уязвимые, там... Мы сетки эти сооружали, чтобы они под сетками были. И где-то вот не доглядишь, там, ну так выпустил, там где-то они вышли, перешли куда-то, все. Вот. И в результате минус один, минус два, минус три. У нас как-то один раз повадился ястреб тетеревятник. Это большой, есть ястреб перепелятник. Они поменьше. Угу. Они уже такую небольшую дичь ловят. А тетеревятник, они вот могут и курицу он может утащить, заклевать. В общем, у нас тут был один гость несколько лет назад. Он тут поорудовал хорошенько. Ну, либо бройлеры, они маленькие, например, умирают. Да, кто-то сами просто умирает, но... У меня вот родители держат каждое лето для себя немного. Какую-либо птицу, там, бройлеров, уток, гусей. Как-то даже индюков держали. Ну, так, для мяса, для себя это, конечно, хорошо. Сегодня мы второй раз будем печь хлеб на закваске. Катя со вчерашнего вечера поставила опару. Вот она у нее тут разная, кстати. Да, здесь у меня две опары. Одна на ржаной закваске. И у меня наконец-то получилось вывести пшенично-ржаную закваску. И я поставила опару. Вот такая вот она получается посветлее, а эта потемнее. Ну, они визуально отличаются. Ну и по консистенции это как-то погуще, это пожиже. Мы решили в первую очередь сразу же
поставить тесто, завести его, потому что ему еще стоять потом 3 часа. Все этот весь процесс очень долгий. Русскую печь мы вчера вечером протопили, там еще достаточно жарко в ней. Ее буквально нужно будет немножечко подтопить. И вот сегодня испечем 2 булочки хлеба. Нам, кстати, хлеб на закваске очень понравился. И к тому же сейчас у нас есть закваска. Она постоянно использовать. Да, она постоянно поспевает, ее нужно использовать. Либо она вот просто будет как бы портиться, там выбрасывать часть. Что мы будем печь хлеб. Так, всю заквасочку сюда. И все перемешиваем. Муренка лестницу у нас уже облюбовала. Вперед-назад по ней бегает. Либо просто вот сидит. Понравилась она ей. И вот здесь, в этом месте, она точит свои когти. Тут до этого кто-то их точил, какая-то кошка. Здесь даже дерева частично нету, все сточено. И она сейчас там пристраивается. Коготки свои поточить. Лучше пусть об нее точит, чем об ковры. Ковры она тоже, да, уже облюбовала. В половики когтями вцепляется. Пока я гладила шторы, тесто у меня постояло где-то около часа. Сейчас мы его обминаем, придаем форму. Одну булочку, кстати, я уже скатала. Она у меня лежит на противне. Я ее закрыла сырым полотенчиком. И оставляем ее часика на 2, чтобы она поднималась. Подготовка к печи. Да. Сейчас вот я сформирую вот эту булочку. И надо будет еще и сделать надрезы. Тесто у нас такое липкое.
мягкая очень. Хлебушек получится очень рыхлый. Ну все, Катя, высохли, хорошо просохли. Ладно, ну, давай. Мы сегодня с утра поставили сухари в печку, планировали с вечера, но там было очень жарко. Сегодня бы у нас угольки были, если бы мы вечером вчера поставили. А так хлеб остается, не съедаем который, так это, на сухари сушим. Так. Потом хорошо идет. С супом, да так можно погреть. Их перцем поперчишь, они это вкусные. Так даже можно. Что, Муренка, с клубком играешь? Не надо, не надо, он у тебя здесь раскатается потом. Собирать будешь? Так, давай, сейчас сюда немножко. Проходи. Можете посмотреть, как выглядит наш домик после вот такой генеральной уборки и вот изменений, которые мы внесли. Подготовились к празднику, осталось только все нарядить. И, кстати, по поводу половиков, баба Галя сказала, что им уже больше 40 лет. Вот так вот они идут, идут и еще в очень хорошем состоянии. Так, что у нас с хлебом, Катя? Что, поднимается, стоит? Вот, уже хорошо поднялось. Что еще, сколько по времени? Смотри, это больше выросло. Угу. Ну, минут 40, наверное, еще. Пусть поднимается, растет. Сейчас посмотрим, что у нас в печи. Я сегодня закидывал дровишек немного. Ну вот, оно там все уже почти прогорело. Остались немножко головешки, надо их разбить, чтобы они быстрее прогорали. Чтобы из угла вытащить. Вот так, в принципе, уже все прогорело. Угли потом сгребем. Хорошо. Так, тут немножко неудобно сбоку. Ну, вроде бы ровно получилось. Хорошо. Нормально. Хорошо. Так, сейчас. Ну, хотя... Кстати, этот-то можно и не делать даже. Тут три самореза хватит. Все зафиксировано. Там можно и не приворачивать. Так, ну все, баба Галя, ставь. Ну вот, хорошо. Это вот моя заступница, моя помощница, святая Матронушка. Тут только она это... Уголок-то сам маленький. Ну тут какие-то маленькие иконки. Ничего. Будут. Зато она у меня это... Достаем хлеб. Как запахло. Вкусно. Я вьюшку еще закрыл. Сейчас все сюда перенесу. Это у нас, Катя, на какой закваске было? Это на ржаной пшеничной. Это ржаная закваска.
Вот так вот они выглядят. Сейчас они из печи достали их, они запеклись, выглядят более-менее одинаково. Смажем их водичкой. Но вот эта вот булочка, она потемнее. Обязательно нужно их смазывать либо маслом, либо водичкой, чтобы хлебушек был помягче. Сейчас будем снимать пробу с хлеба. В прошлый раз мы пекли хлеб на ржаной закваске, а это у нас на пшенично-ржаной закваске. Так что эта булочка будет немножко отличаться. Сейчас давайте нарежем, посмотрим, как он пропекся. Он у нас отдохнул, постоял под полотенцами. Вот такая булочка. Так, сейчас берем кусочек. Все пропеклось. Я к хлебу еще взял сало. Сейчас сделаем пару бутербродиков. Так. Ох, он еще горячий такой. Парит. Так, и сало нарежем. Это у меня простое соленое сало с перцем, с чесночком. Так. Так, еще один какой-нибудь потоньше возьмем. Ну или хотя тут как раз кусочек небольшой, вот так вот по кусочку держи, Катя. Хлеб такой горячий еще. Так, ну что, давай будем пробовать. Ну, я бы не сказал, что сильно хлеб вот от того отличается, от ржаной, вот где ржаная закваска была. Но здесь не такая сильная кислинка. Да, соглашусь с тобой. Там кислинка была, ну, побольше так вот. Но хлеб очень вкусный получился. Я здесь еще больше добавила пшеничной муки. Я брала из расчета 300 грамм пшеничной муки и 100 грамм ржаной. Очень вкусно еще с сальцом. Так, ну все, давай сейчас чайка нальем. С чаем будет еще вкуснее.